Буэнос диас, перцы. Ядерный разрывной заряд ваш экрана, это значит, что мы едем штурмовать базу Алого Рассвета, и это экс-махина. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и поехали. Напомню, из Либриума мы заехали с другой стороны, там, где когда-то с я был аэровский генерал. Ну и Господь нам сейчас устроит такой, что ай-яй-яй. Проблема в том, что мне надо было через Морецию ехать. Упс. На мост я подниматься не хочу, я его в ухо еб. Поэтому воспользуюсь срезкой вот тут. Поддам газку. И пойду на взлет вот в этом месте. Хуяк. Ох, ебать. Опасно. Опять куча денег на ремонт кабины. А, всего 10 штук. Так, это получается мне надо проехать под мостом прямо, поэтому вот так где-то. Короче, никуда не сворачивая, на перекрестке налево. Вроде бы все просто, если сейчас только рассветовцы вмешиваться не начнут. Так, сначала уйти вправо, но потом на перекрестке влево. Да, братец, потрепали тебя как надо. Ну и теперь к Аптерону. Или как его там, Пентиум. А может все же Райзен? Блин, ну забыл я, как его называют. Атлон, что ли? А, тьфу, Зион. Стою.
А, ёптать. Зион, блядь. Белазий. 170 тысяч. Дару копать. Чё, бэтл? На арене? Хуя. Миленько. Проблема в том, что я лезу на рожон с неполной конструкцией, поэтому сейф. Надо заехать отремонтироваться. Монастырь. Церковь просвещения. Блять, надо ради лузов поменять иконку. Ну, посвященные поймут. Просвещение. Так вот, как выглядит храм Джарвиса. Шучу. Они пиздец, они не торгуют оружием. Не, откажусь. Ну нахуй. А, блять, я ж отремонтироваться забыл, сука, забыл, зачем ехал. А, у них же мастерской нету. Хуёво. Ну, что-то вот так. Чего тут есть хорошего? Старшина у нас хороший, старшина у нас один. Сейчас всем взводом соберемся и пизды ему дадим. Так, ну значит идем пиздить. Тут у них целая арена, как я погляжу. Белас vs Белас. Сейчас ты умрешь. Ах ты падла. Сука.
Все-таки он меня натянул. Так. Значит, времени, но... Монастырь не теряем. Сука. Ну чё. Блять, ну возвращаться я что-то в ухо ёб. Поэтому F, да, вам. КПВТ грохочет по-любому. Настучал. Стой, не стреляй. Что тебе нужно? Какая проница. О чем ты говоришь? Она пришла ко мне в поисках защиты от врагов. Это что? Мне тоже говорили, что она вернулась на нашу территорию. Я тебя посмотри. Я пощажу тебя. Но... миленько. Молоток. Молотора. Так, а что за история, однако? То есть теперь у меня алый рассвет мир? Ништяк. Морозги, кочевники, рыбаки и стальные гиганты. Все, заебись. Так, естественно, F2. И нахуй с пляжа. Надо уябусь, пока меня никто не намотал на рельсу. А натянуть меня очень много желающих. Поэтому снова заезжаем в деревушку. Там по дороге сплавляем пукалку. Ну и, собственно, как-то так. Сорок два штукаря, пиздец. О, я выжил, блядь. Я выжил в этой сучьей бойне. Ну и раз пошла такая пьянка, значит, летим в монастырь. Рот его компот, наоборот, через левый борт.
сука, адреналин подкатывает. Я уже здесь. Скаут. АХП, как у Белаза. Ну, славный класть хотели на это дело. Верни. Ты не понимаешь. Хорошо, забирай. Сейчас ты... Я очень хочу совершить что-нибудь значительное. Что-нибудь... Странное у тебя. Суровые времена требуют суровых мер. Я посвятила свою жизнь решению этой загадки. Мне трудно тебя понять. И... Я вижу, что ты близок к цели, как ни... Я отправляюсь к ара... Что ж... А на меня тут наезжают два Урала. И оба, сука, с энергооружием. Ну, хули тут сделаешь? Ой, блядь! Опять пиздярить в игнот, сука! Хотя, с другой стороны, если учесть один немаловажный момент... То, что можно конкретно так срезать через Либриум и не закладывать через Фатерлянд и Хель. То, в принципе, я в неплохом таком выигрыше. Ладно, попробуем все-таки доехать до Оракула. Че он нам напиздит? Так, раз. 500 000. Я ебаться не хотел. 500 000, ребята, 500 000. А помните, как я страдал, когда у меня вообще денег не было? Я думал, на что я буду заправлять машину. Когда искал хоть какого-нибудь дюка, чтобы, блядь, сраный кусок металлолома выцегнить. Ух, о. Так, то есть мне сейчас прямо и мимо Мореццы. Нормас. Аражан мне больше чем-то напоминает Италию. Хотя нет. Чё ты там пёзнул? И там голос со стороны параши. Честно, даже время тратить не хочу. Ни свое, ни ваше. Похоже. Как клопа, блядь. Спокойной ночи, суки. О, Максим с водяным охлаждением, это, конечно, круто.
таким макаром можно и в Морецию зарулить. Там посмотреть, что есть. Доту я, правда, вынес. Ваааааг! Нашел! Да ладно! Я ее нашел! В принципе, мне либо найти Один. Так, это что за трубонаддув, катанные броневые, система гномон. Так, гномон, это скорость перезарядки и скорострельность. Интересно, как она стакается. Так, время перезарядки 4.50. 3.15. Так, 4.50 минус 3. Полторы. Секунда 35 должна отняться. 1.35. Вот 3.15. Так, это 2.8, 1.8 должно получиться, если я все правильно рассчитал. Да, 1.8, они стакаются напрямую. Два комплекса Алгор. И пиздец ДПМ. Скорострельность аж 144. Теперь надо где-то надыбать Одина. Не, по-моему, все-таки она не так выглядела. А, нет, это все-таки Терминатор. Жалко, Рока нету сейчас. И надо какой-нибудь модуль на повреждение энергооружия поставить. Чтоб прям совсем лють было. Вот он сетап моей мечты. Пиздюля-раздатчик, это, конечно, хорошо. А, вон где курсовой лазер стоит. Ну, сука.
ебаная. Ебически. Да с такими топухами я тебя сейчас сам изнасилую, говно. ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ, блять! Да. Он 180 без турбо идет, ебать копать. А нахуя мне на Фатерлянд, когда я могу вот этим вот путем проскочить? Наверх. 220-230. Это, сука, просто пушечное ядро. Ой. А, стопы. Что там говорить? Урал самый быстрый. Добилас наваливает как сумасшествие. Так, еще один слон. Длинноствольный корт. Зевс. Марс. Спарут. Так, еще одна большая канистра. Турбинка, катанные броневые листы, так, скорострельность огнестрелов, точность огнестрелов, повреждение энергооружия. Беру вот это и пока вот это. Так, интересно, сколько у меня сейчас объем бака? 3 или 4 тысячи? 3. Одина здесь нет. Даже как-то подвывает по-особому. Так, надо вот там ящики обграбить. А вот и то, что я искал. Один, мазафака.
Ты не пушка, это ебаная мазафака. Вот так. Ну все, в принципе, я могу не заботиться об этом до самого конца. Ой, чуть не подстрелил своих. Так, ну, по-моему, прямо. Ебать, конечно, скорость. Ребят, я в шоке от того, что у меня получилось. Видимо, тебе, Саныч, придется ушатать еще один экскаватор. Ну, сука. О, ящичек. Две банки горючего. И чё, никак дальше не проехать? Прям вообще хуй.
ты подчё, здесь дороги нету, мне придется хуярить в объезд. Круто, чё. Еще я тут чуть вообще в говно не вляпался. Я не удивлюсь, если игра сейчас меня под... Ой. Я нисколько не удивлюсь, если игра меня подъебет и скажет, мол... Типа там морские ворота закрыты, иди ебашь еще раз. Только уже в другом месте. Ездит она пиздец как быстро. Так что даже пересекает локации становится немножко как бы в кайф. Опять длинное, сука, путешествие. Long way, мать его, home. Не останавливаясь, вообще как бы хуй положив. Не удивлюсь, правда, если система сейчас скажет, типа, иди нахуй, дуй в объезд. Вот такая вот хуйня. За сим предпочту откланяться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.